Здравствуйте. Хочу показать такой вот адаптер для зарядки, а также FM-трансмиттер через Bluetooth от фирмы Xiaomi. Так, тут у нас что-то еще есть. Наверное, что-то типа мануальчика. Да, и тоже на китайском языке. Ну, сосканировать можно и найти в App Store приложение по умолчанию. Вот частота 96,4 минус. К моей машине не подошел, не достает. Вот если сравнивать со стандартным, вот примерно вот так ровно. То есть плюсик у меня не цепляется, не доходит. Может быть, даже минусы не такие. В общем, не под все машины подходит. Интересный дизайн, но поплатились тем, что не универсальный. Здесь у нас два выхода 5-вольтовых, 2,1 ампер. Написано так. Ну, коробочка фирмы Xiaomi была заклеена вот только на такую пломбочку. Дальше покажу, как работает он в машине. Вот я подключил Roidme таким вот образом к аккумулятору 12-вольтовому. Подал нагрузку в виде телефона. Вот мы видим 1,3. 1,38 было ток. То есть вполне нормальный. Вполне возможно, что может вытянуть и больше. Но пока вот такие показания. Прибор я проверял, он показывает правильно. Дальше подключаем Bluetooth. Вот как мы видим, сейчас там розовеньким светится. Цвет можно менять. Заходим в приложение Roidme. Включаем Bluetooth. Вот у нас вот это наш Roidme второй. Подключение. Вот мы видим. Моргал зеленый. Сейчас горит зеленый. Написано подключено. Хорошо. Частота. Можем выбрать частоту. Вот таким вот нехитрым образом. Значит, у нас стоит 92,0. Включаем радио. Переводим в тюнер. Вот тоже 92,0. Делаем громче. Теперь я хочу его отключить, чтобы вам продемонстрировать одну вещь. Вот, шумит. Я выключил. Сейчас вот я включил его. И слушаем. Вот такой вот сигнал происходит всегда при подключении Roidme. Дальше включаем музыку. Вот. И играет музыка. Да. Видим, что работает четко. На паузу поставили, шумов. Шумов нет. Это очень хорошо. Какой минус я для себя второй нашел? Я обычно езжу в машине с гарнитурой. Пока у меня подключиться и гарнитуру, и Roidme не получилось. Так, что у нас тут? Еще раз. Настройки, да? Можно менять цвет индикатора. Красненький. Дон. Красненький. Так, видно, да? Вот так. Green уже был, да? Еще раз. Зеленый. Blue. Вот он, меняется. Ой. И последний. Вот.
такой вот цвет приятненький. Дальше можно трясти телефон и менять песню. Да? Сейчас попробуем. Так, включили. О, слышно, поменяли. И можно задавать. Можно задавать как бы уровень strong, не strong, автоматически стартовать, когда включаете машину, да, и воспроизводить телефонный звонок, именно звонок, когда вам звонят по радио, то есть передается на радио, на колонке, но сам разговор осуществляете по телефону, причем звонит, по-моему, стандартная мелодия на телефоне. Если вы поставите свою мелодию, то она играть не будет. Вот, собственно, и все. Большой жирный минус за то, что не подходит в мой разъем вот этот. Вот, мне сюда не подходит. Я надеялся, что подойдет вот сюда. Тоже не подходит. Увы и ах. Ну, надеюсь, что вам подойдет. Удачи!